Правительство ФРГ приняло решение об отмене платы за выдачу национальных долгосрочных виз для граждан Украины, которая вступает в силу с 1 июля этого года. Об этом сообщил координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Гернот Эрлер во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Натальей Галибаренко. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, участники встречи также обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности, в контексте проведения внеочередных выборов президента Украины и событий на востоке государства. При обсуждении ситуации в восточных регионах Украины Эрлер отметил отсутствие шагов России относительно выполнения Женевских договоренностей. Положительно оценил усилия правительства Украины, а также приветствовал деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.